И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я все продолжаю играть в Арк. И зашел, кстати, в игру просто и думаю, блин, запишу, короче, серию, из-за чего же я не выпустил сегодня серию и прямо сейчас же выпущу. Из-за чего же не вышла серия? Мне нужно пройтись по пещере. И, кстати, я очень много уже по пещере прошелся. И сейчас я вам покажу, из-за чего, собственно, мы имеем жесткую проблему. Точнее, я имею жесткую проблему в этом всем. Вот это вот расстояние, я сейчас вам покажу, это расстояние. Я зачищал, я проходил сквозь все это говнище. Мне, кстати, надо вон в ту воду. Те, кто знают, поймут. Вот, и суть-то дело в чем? Ну что такое? А! Погоди-ка. О, прикол. Я от них звуки еще и слышу, благодаря этому бинокуляру. Классно. В общем, суть-то дело в чем? Вот. Вот так вот-то была заполнена вся пещера. И вот до отсюда я прошел. Как видите, я здесь уже повоевал, когда зашел, и все хорошо. То есть, я тут воевал, расчищал вот этот весь путь. Сейчас немножко лагов, пролаги. Я вот этот весь путь расчищал, сейчас вы увидите, очень большой путь я сделал. Я расчищал часа 3-4. Вот, и вот начиная отсюда, уже начинались все эти мобы. Очень большое количество мобов. Как вы поняли, все пещеры заполнены. Собственно, из-за этого у меня идут своевременные фризы и так далее. Да, вы скажете, да ладно, чувак, типа, легко же зачистить, у тебя же вот, базука есть в руках. Нуклеар, ракета ж, это тащит. Да, не спорю. Мини-нюк, все дела, все хорошо. И я как бы, поначалу я зачищал и как бы не заморачивался, я защищал обычный. Но, смотрите, артоплевра. При нанесении дамага по ней у вас есть шанс сломать оружие. Как видите, у меня много базук сломано. Броня, то есть у меня арбалет. Броньки, конечно, не ломаются, потому что они у меня хорошие, но броньки ломались до этого. Так сказать, я проверял. Но сейчас ломаются просто оружие, поэтому я сделал сраного туча базук. Именно обычных, потому что какая разница? Но все равно один удар. На один удар. И смотрите на мое количество здоровья в правом нижнем углу. Ну, даже сейчас вот в числах покажу. 2500. Ударяем. И это только одна. Просто 200 хп сразу же по мне снесла. А что это означает? Означает то, что если я сейчас запущу в ту толпу, а там артоплевр будет дофигища. Лапендр. Ну вот даже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В общем, с десяток. Это уже я только примерно посчитал, что их с десяток. То есть я сразу же умираю. Соответственно, умирал я очень много и очень часто. И с этим, к сожалению, ничего не поделать. Конечно, есть такой вариант, типа, все сложить в мишку и каждый раз не лутать свой труп, а просто садишься на мишку и погнали. Вот. Ну, я пока что придумываю еще что сделать. Да, конечно, была бы у меня виверна, если я не ошибаюсь, то на ней можно летать по этой пещере, и все хорошо, пока ты не приземлишься. Вот только если приземлишься, то все будет плохо. То есть, по-простому, ауешный скилл, который бьет динозавр. До-до. Это, конечно, да. Есть вариации с ним, и я попробую сегодня. Напишите в комментариях, как, кто еще АУЕ скилла может быть. АУЕ это, ну, сами видели, да? Ударяю в одну точку, а взрывается сраного тучи количества. Вот. То есть, ну, по-простому говоря, огнедышащие, да, они катают. Но главное, чтобы они могли ходить по пещерам. Вот. Если вы напишите в комментариях, вы мне несказанно поможете. Вот. Смотрите, артоплевра там находится. И Чпанькс задамажила. Она дамажит какой-то маленький процент. Ну, примерно 158, вот по мне, продамажил, да? Ну, посчитайте, их 10 штук, то 1500. А их здесь сраного туча. Вот, это, собственно, единственная проблема. И
Конечно, вы можете написать, так как я играю на локалке, вы можете написать в комментариях, как убрать всех, абсолютно всех диких динозавров с карты. Я поставил время спавна очень маленькое, в два раза уменьшил время спавна, но, как видите, динозавров, а именно животных, очень сраного как много. Я их зачищаю, они появляются очень редко. То есть вот, потихонечку, не торопясь, вот там три ортоплевра появились, и все как бы. То есть появляются они очень мало, очень редко, и все как бы хорошо. Но для этого мне нужно их всех зачистить. И в этом, пожалуй, основная проблема. Кстати, видите, как базук ломается тоже как бы. Вот, смотрите. Чпонькс. Вас убил это ортоплевр 340 левела. И все. И вот я здесь построил кровати. Появляемся на кроватях, двухъярусной кровати, три штуки, вот, получается 1060 типа, но сами видели 2500, по мне продамажило. И вот так вот бежишь, себе спокойно бежишь, бежишь к своему луту, к своему мишке, под ним обязательно лежит труп. Вот, я труп залутываю, опять бью, если все хорошо и никто на меня не сагрился, то я сразу лутаю, если все плохо и на меня сагрились, я пытаюсь их убивать и так далее. В общем, вся проблема в том, что да, я могу типа убить всех динозавров, но тогда я убью и абсолютно всех из своих динозавров. Но тогда для этого мне придется заспавнить себе Мишаню. Заспавнить Мишаню именно, так сказать, читерным способом с помощью X. Вот так, то есть вот. Взять все. Вот я опять одеваюсь сразу же. И все. Залазю на Мишаню. Беру новую базуку. Потому что для этого план, в этом плане они одноразовые. И вот они, допустим, побежали уже паучки. Ну, паучки-то это такое говно себе. Их можно и вальнуть. Примерно так стрельнуть. Ну, опять ортоплевры, там было сраного туча. Вот, опять сейчас набегут там сраного туча паучков. И вот так вот я потихонечку сдыхаю и зачищаю локацию себе. А, потому что мне в этом данже нужно, так сказать, здесь самое легкое достать это, господи, артефакт. Артефакт мне нужен. Для чего, расскажу уже завтра. До завтра я уже точно все добуду и все сделаю как нужно. Вот, поэтому как бы, вот просто решил списать все-таки и с вами поделиться, из-за чего, в чем сложность. В общем, это сложность локальных серверов и это сложность мода. Я склоняюсь к тому, что это все-таки сложность мода, потому что это мод добавил. Возможно, это сложность того, что я выкрутил сложность игры и так далее. Напишите в комментариях. Мне бы хотя бы, знаете, на серверах есть такие команды, которые дают, то есть убивают всех диких, но оставляют всех прирученных. Напишите, что это за команда, если вы знаете. Этим вы очень несказанно мне сильно поможете, потому что я, честно, уже устал. Это, вот, видите, да, сколько трупов. Я думал, их там меньше. Конечно, я сдох, поэтому. Вот, если я сейчас туда опять стрельну, то я там опять сдохну. То есть, неважно, там сколько. Самое главное то, что возвращается дамага очень много. В общем, если вы знаете, что за команда, напишите в комментариях, я буду вам несказанно рад. Потому что я залез в одну пещеру в центре. По координатам примерно 50... на 35, вот там примерно есть пещера, и я туда залез. Там внутри, можно так сказать, маленький мир, там остров, можно так сказать, свое солнце, которому прилетев, ты начинаешь поджариваться, и я туда кое-как выбрался. Там столько динозавров, ну, там проблем нету, там ортоплевр этих нету, так что, или как там они обзываются, в этом плане проблем нету, то, что я не буду сдыхать. Я просто мини-нюками там все застреляю, и все хорошо. Но вот эти пещеры, добывать артефакты очень сложно. Потому что, ну, вы сами все прекрасно видите, что я просто-напросто дохну, сам, так сказать, от себя, от своего же дамага. Вот. В общем, я очень рассчитываю на вас.
Потому что вот так зачищать это не дело. Я задолбаюсь это все дело зачищать. Вот, видите, 300 дамага по себе. Отнял 384, 300 дамага по себе нанес. Вот. И как бы все на этом все. Очень на вас рассчитываю, что вы постараетесь найти. Опять-таки же, сейчас я вам покажу команду. А, если бы она у меня не затерлась, она, наверное, затерлась. Да, она, наверное, затерлась. Да. Такс, это убрать. Отлично. Вот. Там, я не помню, как он называется. Но, в общем, kill all enemies, что ли, типа того. Типа, убить всех противников. Но убираются абсолютно все динозавры, даже прирученные. Я не знаю, как это исправить, чтобы прирученные оставались. Но вот такие дела. В общем, народ, все на этом все. Такой маленький отчет. Кстати, те, кто досмотрел, как говорится, до конца, те молодцы. Вот. Все новости, из-за чего не выходят серии, я пишу ВКонтакте. Поэтому, если вы зайдете, вы увидите, когда у меня не выходила серия, допустим, вот перед этим у меня серии не выходили, да, 2 дня. Я написал причину. На сегодня я написал причину, из-за чего у меня не выйдет серия. Ну, так сказать, в общих чертах. Поэтому, если вы хотите узнать, из-за чего не вышла серия, заходите в группу ВКонтакте, там написано это 100%. То есть просто так я не оставлю вас, так сказать, без серии или без стрима. Вот, поэтому либо вышла серия, если в серии не вышло в положенное время, заходите в группу ВКонтакте, там нету описания, значит сегодня стрим. И сегодня суббота, и стрим, значит. Все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Заранее спасибо всем, кто поможет и подскажет, как избавиться с этой бедой, справиться мне. Ну, а я пойду, что, зачищать пещеру, готовиться к записи, серички и рассказывать что-то когда где. Ну, честно, я устал. Я вот это вот расстояние зачистил, реально, три с лишним часа. Ой, даже больше 3 часов. И вся проблема в том, что я сейчас вам покажу. Я играл вот на такой графике. То есть, мало того, что она вся низкая, так еще вот такая вот прям текстурность, и это просто абзда. А все из-за того, что пару FPS она мне прибавляет. Ну вот, грубо говоря. Все. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Как говорится, все, кто помог, всем спасибо. Всем, кто посмотрел, поставил лайк, тоже огромное спасибо. Все, всем пока.